В колледже Кентау потасовка между двумя студентами закончилась гибелью одного из них. Полиция задержала молодого человека 96-го года рождения. Он признался, что во время ссоры, защищаясь, выстрелил в противника из травматического пистолета АСА, который случайно нашел на улице Туркестана. От полученного в голову ранения пострадавший скончался в реанимации городской больницы. Подозреваемого взяли под стражу, орудие убийства изъято и приобщено к материалам уголовного дела. По словам полицейских, происшествие было снято на камеру видеонаблюдения в учебном заведении. Была накануне словесная перепалка, то есть они ругались, выясняли какие-то отношения между собой. В результате эти выяснения отношений привели к совершению тяжких преступлений. Именно в одном случае это убийство, а в другом случае это нанесение тяжких телесных повреждений.